Всем привет! Что делать, если вы забыли пароль от своего айфона? Как разблокировать iPhone без компьютера? Не волнуйтесь! Сегодня я буду использовать три метода, чтобы помочь вам решить вашу проблему. Первый способ – сброс пароля на iPhone. Эта функция появилась с выходом iOS 15.2. Нажмите «Стереть устройство iPhone». Подтвердите сброс смартфона до заводских настроек. Введите свой пароль Apple ID. После ввода пароля для вашего Apple ID вам нужно немного подождать. Дождитесь, пока все данные, включая пароль, удалятся. Этот метод хорош всем, кроме того, что имеет как минимум два ограничения. Первое, он требует, чтобы ваш iPhone был обновлен до iOS 15.2. Второе ограничение – требование подключения iPhone к Wi-Fi или сотовой сети. В противном случае, выполнить сброс будет невозможно. Если первый способ вам не подходит, вы можете воспользоваться вторым способом. Сначала вы открываете локатор другого iPhone. Нажмите «Устройство». Найдите iPhone, пароль которого вы забыли. Нажмите «Удалить это устройство». Вам нужно снова ввести свой Apple ID, чтобы подтвердить. Затем вам нужно подождать несколько минут, и ваш заблокированный iPhone автоматически перейдет в состояние сброса. Если ни один из двух предыдущих способов вам не подходит, и если у вас поблизости есть компьютер, я рекомендую этот способ. 4UKey – мощнейший инструмент для разблокировки, и операция очень проста. 4UKey позволяет разблокировать iPhone без пароля, удалив его пароль блокировки, вне зависимости от версии iOS, на которой он работает, подключения к интернету и даже уровня зарядки. TenorShare 4UKey удобно тем, что не предъявляет вам никаких условий и не требует от вас каких-либо специальных познаний. Все, что от вас требуется, просто следовать инструкциям на экране. А, если ваш iPhone работает на iOS 11.13, даже данные из его памяти не удалятся. И этапы работы этой программы очень просты, вам не нужно выполнять какие-либо другие сложные операции. Наконец, большое спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Увидимся в следующем видео.